Владимир Зеленский. К тебе обращаемся мы, солдаты и офицеры вооруженных сил Украины, которых ты бросил умирать, как пушечное мясо. Ты обманом заставил нас выполнить преступные приказы. Воевать против собственного народа. Ты завалил нашу родину трупами. Ты сжег дома. Ты разбомбил наши школы, больницы и церкви. Забрал украинцев мирную жизнь. Ты кинул нас как животных. Без еды. Без одежды. Без связи. Кто я? Ты убийца и насильник. Мародер. Душегуб и фашист. Тебе нет прощения. Ты погубил нашу страну. И ты за это ответишь. Россия не наш враг. Наш враг – это ты.